Скорее всего, мы увидим здесь такой классический поединок Майка Далласа, младшего, соперником в лице аргентинца. Для него, конечно, это очень важно в ринге в качестве претендента, что способен. Для него это огромная мотивация. Слова того же Заба Джо, вот пропускает Даллас удар справа, и это все, это нокаут. А все было очень быстро и по классике. Уход уклоном от джеба вправо, и тут же выстреливает в ответ правый кросс Лукас Матисса, и на этом все кончено. Но это я только хотел немножко внести интриги и сказать, что вот какой, видите ли, жесткий боксер Лукас Матисс, что даже Заб Джуда как-то один раз пропустил от него удар просто-напросто в плечо правое. Ladies and gentlemen, we have the time of 2 minutes 26 seconds in round number 1. He is the winner by way of knockout and still the WBC interim super lightweight world champion, Lucas Martin Matisse.